всю неделю работал, уже устал. Хочется отдохнуть. Это тебе. Держи, Варвар. Пойдем париться. Я живу в Красноярске уже много лет. Люблю ездить по городам края, знакомиться и общаться с людьми. В одной из таких поездок я познакомился со своими теперь уже друзьями в Назарово. Они многому меня научили, а еще показали, как правильно жарить шашлыки и париться березовым веником в бане. Русская банька! Теперь я уже не представляю своей жизни без отдыха на природе здесь, в Назарово. Ты лук ешь? Я устал его есть, я уже у тебя крабу. На сцене Габриэль всегда смелый и уверенный в себе человек. Но вот в программе «Утро на Енисея» немножко стесняется и волнуется. Мы всегда смотрим прямой эфир. Мои друзья поддерживают все мои идеи. Теперь они смотрят телеканал «Енисей» и всегда звонят после прямых эфиров. Их мнение для меня очень важно. Люблю приезжать к друзьям в Назарово, потому что это самый лучший отдых.